Валер, пожалуй, начну с того же вопроса, что и Денису. Наши коллеги говорят, что накануне написали Артему Дзюбе с просьбой о том, чтобы сборная для журналистов стала еще более открытой. Был ли какой-то разговор, может быть, чувствуете сами, что больше открылись? И сегодня мы заметили, что такое, ну, произошло. Если честно, я даже не замечал, когда мы были закрыты. Да? В принципе, футболисты всегда открыты и готовы пообщаться, и тренерский штаб. Никакой закрытости на сегодняшний день не было. Владимир, накануне матча с Саудовской Аравией вы играли что ли когда? Планируется это сделать ритуалом первого, после второй. Кто в сборной России самый умный? Наверное, самым умным в сборной России должен быть тренер, если серьезно, да? Насчет ритуала не знаю. Сегодня у нас тоже по плану есть запланирована по распорядку эта игра. Ну, там еще есть у них посещение, сейчас попробуем навязать. На самом деле очень интересное занятие и немного отвлекает от повседневной рутины. Опять же, интеллектуальная нагрузка тоже полезна. Поэтому все ребята с интересом восприняли и участвуют в этом. Борис Левин придумывает очень интересные вопросы, вот такие сложные, как у нас, в то же время над которыми нужно подумать. Какой это... самый был такой вопрос? Ну, там столько много было вопросов разных, да. И к каждому вопросу предлагается вариант ответа, 3-4. Еще. А иначе мы тогда не ответим немножко. Владимир, вы очень тесно знакомы, друзья, с Павлом Загоровым. Расскажите, как вы переживаете историю с его травмой и как команда на это реагирует? Ну, в первую очередь, команда, конечно же, поддерживает и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает, и мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем и осознаем, что на 20-й минуте получить, в первом матче получить такую травму всегда неприятно, когда, тем более, ты находишься в очень хорошей форме. Будем надеяться, что Алану удастся очень быстро восстановиться и помочь вам. Сегодня началась тренировка сообщения с главным тренером. Секрет, расскажите, о чем говорили? Ну, ничего специального. Тренер обозначил нам ту работу, которую будем сегодня проделать на тренировке. И, в принципе, ничего специального. Как клиника, давно не было, конечно. Как я понимаю, вы собираетесь на матч в Аргентине Исландии посмотреть, да, живую или нет? Есть такое план посещения? Совсем рядом? Нет, нам нет? Не озвучил. Ну, интересно вообще посмотреть, как играют другие. По возможности мы смотрим практически все матчи по телевидению, поэтому, я думаю, посещение стадиона не обязательно. А вот как раз продолжение тогда уж темы. Смотрите по собственному желанию или это такая теория? По собственному желанию, да. И все равно это интересно, конечно. Вместе смотрите? Конкурсы прогнозов, может, у вас какие-то? Нет, ничего специального, просто смотрим. Все-таки большую часть внимания ребята сосредоточены на своей игре и на подготовке собственных матчей. Это гораздо важнее. Матч, который искал, достал украшения. Как вам игра, кто может себя дальше? Ну, мы не гадали результаты матча. Безусловно, матч был очень зрелищным, и большое количество голов, и вообще исполнительское мастерство, показанное обеими командами, это впечатляет. Какие-то полезные моменты, безусловно, у нас. В матче Египет Уругвай признали лучшим игроком Смока Уругвая голкипер Египта более молодого, знаменитого ветерана. Как оцениваете его игру и уже присматриваетесь к тому, что он может стать проблемой в сборной? Ну, не заостряем на это внимание. Я думаю, что на чемпионате мира нет слабых батарей, которые выступают на чемпионате мира среди всех сбор. Если его признали лучшим, значит, он того заслуживал, и он действительно несколько ярких спасений. Два заключительных первых. Все, значит, когда футболисты говорят о сильных сторонах соперника, все-таки после Египта Уругвай, какие у них слабости можно найти, которые можем воспользоваться? Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором нам более конкретно укажут на слабые стороны соперника, на слабые и сильные стороны соперника и обозначат те моменты, через которые нам надо будет воспользоваться этими слабыми сторонами. А мое мнение, знаете, оно сугубо индивидуальное, поэтому скажи, не считаю, что нужно. Поделись.
Что бросилось в глаза? Да, ну скажи, в первую очередь, конечно же, опять же, бросилось в глаза, что команда действительно крепко организована и навязывает борьбу на каждом участке поля. Сыгранная тоже. Что самое сложное в таком матче, как Саудовская Аравия, где было много ударов в створ наших ворот? Как не терять концентрацию для вратаря? Что самое сложное в таких матчах? Самое сложное? Справиться с давлением, наверное. Потому что первый матч, матч открытия, вся страна ждет, весь мир смотрит. И несмотря на соперника, в любом случае, нужно быть хладнокровным. Потому что перед такими матчами обычно эмоции и адреналин зашкаливают. Справиться с этими ощущениями, чтобы принести пользу. Спасибо.